Пьер Нарцисс – один из самых узнаваемых певцов на современной эстраде благодаря экзотической внешности и камерунскому акценту. Выпускник «Фабрики звезд» добился высот в мире российского шоу-бизнеса. Биография артиста полна неожиданных поворотов. Например, в детстве он мечтал о карьере спортсмена. 21 сентября отметила свой день рождения дочь участника шоу «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса. Красавице Каролине исполнилось 16 лет. 44-летний певец Пьер Нарцисс запомнился зрителям как одним из самых ярких участников передачи «Фабрика звезд 2», так как во время трансляции шоу музыкант стал очень популярен. После завершения программы артист остался в России, где продолжил свою карьеру и создал семью. Российский певец камерунского происхождения опубликовал на личной странице в Instagram коллаж, состоящий из снимков именинниц и ее родителей. Гордый отец поздравил красавицу Каролину. Так артист и ее избранницу назвали дочку. С днем рождения! Пьер Нарцисс поблагодарил Господа за дочь и заявил, что рождение девочки – это самый лучший подарок, который ему делала жизнь. Артист пожелал Каролине счастья и здоровья, а также выразил надежду, что успех всегда будет сопровождать ее в дальнейшей жизни. Каролина Кристель Калачева появилась на свет в семье камерунского исполнителя и его избранницы, русской девушки Валерии Калачевой. К сожалению, в 2017 году родители Каролины развелись, но папа девочки по-прежнему старается поддерживать отношения с бывшей женой и общим ребенком. Дочь музыканта решила стать моделью и уже может похвастаться первыми успехами в этой сфере деятельности. Так она стала обладательницей титулов «Первая мисс» международного конкурса «Топ-модель мира» и «Первая вице-мисс Вселенная». Однако у Каролины есть и другие увлечения. Она обожает большой теннис, а также делится короткими видео в ТикТок, где у нее уже более 76 тысяч подписчиков.